После резких заявлений президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретились на полях саммита в Риме для обсуждения проблемы рыболовства в Ла-Манше. Париж и Лондон обвиняют друг друга в несоблюдении соглашения о торговле и сотрудничестве после Брексита. Франция грозится ужесточить проверки в своих водах и блокировать передвижение британских судов через пролив, если Соединенное Королевство до вторника не предоставит французским рыболовам лицензии на промысел. Борис Джонсон в ответ пригрозил Парижу международным разбирательством по обвинению в несоблюдении договора. Британские рыбаки, в свою очередь, опасаются ограничения экспорта рыбы во Францию, а значит и в Евросоюз. Под угрозой закрытия оказались таможенные пункты во французских портах. Это все очень тревожно. Если закроют пункты контроля в Сен-Мало, мы окончательно прекратим работу. Мы не сможем больше покупать рыбу, мы не сможем ее экспортировать, пока ситуация не разрешится. Споры о правилах рыболовства после Брексита уже оборачивались морскими столкновениями траулеров двух стран. Французские рыбаки в ходе акций протеста блокировали порт острова Джерси. А в момент наибольшей напряженности к району противостояния были стянуты военные корабли Франции и Соединенного Королевства.